Добрый день. Мы группа «Розы и Талис» из Санкт-Петербурга. Для нас огромная честь быть в этом месте. Если честно, я никогда не мог поверить, что буду играть на сцене, на которой какое-то отношение имеет к Алексею Семеновичу Козлову. Мне кажется, что Козлов — это такой современный музыкальный Пушкин. Личное знакомство с ним — это странно и безумно приятно. Я бы хотел сказать спасибо Сергею Болотову. Я все-таки думаю, что он учился в консерватории, хотя он и не признается. Только что вы услышали композицию «Pain Series». Вообще, что будет происходить сегодня? То, что мы делаем для вас, это концерт для наших друзей и представление нового альбома, который мы только что записали. Но так как мы еще не выучили все композиции с него, то, что мы сегодня сыграем, это такая своеобразная прелюдия, хотя несколько новых вещей прозвучит в конце концерта. И вот мы сейчас начали с более тяжелого материала, сейчас прозвучит еще пара ударных вещей, а потом мы постепенно полегчаем. Сейчас прозвучит композиция, которая называется «Thorns of Forgiveness». Thank you.
каждом творческом коллективе есть свой подход к созданию композиции и написанию музыки. Вот, у нас очень большая демократия царит в коллективе, и мы каждый вносит свой маленький вклад в то, что мы делаем. Но основной человек в нашей группе сидит за роялем, на нем белая бабочка. Это Иван Размаинский, наш лидер, человек, благодаря которому этот коллектив существует. Нас часто спрашивают родственники или друзья, вы этим зарабатываете? Нет, мы этим не зарабатываем. Иван работает в ВУЗе, он преподает экономику, и на его зарплату мы и существуем. Сейчас прозвучит соло на фортепиано, как раз от нашего лидера Ивана, и потом прозвучит композиция его пера, которая называется «Accension Dream». Thank you.
Спасибо. Это одна из наших самых старых композиций «Ascension Dream». Как-то однажды слушатель на нашем концерте пришел и сказал: «Под вашу музыку хорошо думается». Я не знал, как трактовать это. И потом я подумал, что он был прав. Можно не концентрироваться на видео, потому что оно может не совпадать с ассоциациями тех людей, которые присутствуют в зале. Можно не концентрироваться на музыке. Можно обратиться к каким-то собственным мыслям. Наша музыка обладает целебными свойствами. Ваша жизнь улучшится после прослушивания этого концерта. Сейчас будет соло на духовом инструменте. Я не знаю, как он называется. Low whistle. А потом будет композиция, которая будет ответом на вопрос, почему вы играете такую странную музыку. Thank you.
дворе, где я рос, было много фруктовых деревьев. Многоэтажные дома построили на тех местах, где раньше были чьи-то дачи и поместья. И вот в центре детской площадки у всеобщей доступности росло огромное черешневое дерево. Я полез за ягодами и упал. Высота была не очень большая, где-то 2 метра, но внизу был асфальт. Я сильно ударился, но ничего себе не сломал. В продолжении 2 или 3 дней после этого у меня было измененное цветовосприятие. Мир казался другим, более ярким, словно я смотрел на мир через разные разноцветные стекла или камни. Красный был краснее, зеленый зеленее. И все это было очень сюрреалистично. Тогда мне это не очень нравилось. Я боялся, что так будет всегда. Я понимал, что со мной что-то не так. Но потом все прошло. Я стал играть такую музыку. Но воспоминания об этих ощущениях присутствуют. И иногда мне очень хочется вернуться вот в этот внутренний взгляд на необычный мир. И я по-своему пытаюсь сделать это в музыке. И я очень благодарен группе за то, что они терпят это. Почему я позволил себе рассказать про свою личную? Потому что сейчас прозвучит композиция, которую написал я сам. Warm Tuesday.
красиво. Эта композиция вышла на нашем предыдущем альбоме, который называется Revelator. Мы очень благодарны звукозаписывающей студии Mals Records, которая находится в Москве. Благодарны, потому что ну, понятно, что на сегодняшний момент заработать большие деньги на такой музыке нельзя. Как я уже сказал, мы не зарабатываем этим. Здесь сегодня представлен наш новый альбом, выпущенный той же студией, который буквально только-только сошел с конвейера. Сегодня мы сыграем несколько композиций с этого альбома. Мы можем предложить этот альбом не бесплатно, а за деньги, но только лишь потому, что это уважение к студии, которая потратила средства на выпуск этой музыки. Хочу сказать, что у нас такая обратная пирамида. Мы придумываем музыки очень много. Можем выразить в альбомных композициях меньше, а сыграть можем еще меньше. Поэтому альбом — это нечто не совсем, не на 100% соответствующее тому, что вы слышите на концерте. И в альбомной записи принимали участие гораздо больше музыкантов, чем вы сейчас видите на сцене. В частности, были сессионные музыканты, и мы обязаны производству, мы обязаны созданию этого альбома Ивану Разманинскому. По сути, это его детище, мы пешки в его музыкальных руках. И что лично для меня стало открытием, когда я прослушал альбом, это было для меня тайной и для многих из нас тоже, в записи принимало участие много камерных классических инструментов. Некоторые из них я даже не знал, что существуют. Например, флюгельгорн. Я даже не знаю, как он выглядит. И некоторые композиции на этом альбоме — это, по сути, современная классика. Это не рок-музыка, и не джазовая, не рок-обработка классики, а это современная классическая музыка, даже, можно сказать, симфоническая, камерная музыка, которую мы не способны исполнить на сцене, но которая уже записана, и вы можете послушать эту музыку. Мы переслушиваем альбом с большим удовольствием. Сейчас прозвучит соло Ивана на клавишах, а потом вы услышите небольшую композицию, которая также ответит на вопрос, почему вы, ребята, играете такую странную музыку.
Сейчас прозвучит композиция, которая мы не можем рассказать о ее тайном смысле, но он там есть. Поэтому у каждого человека, который ее слушает, появится слово. Но многие смыслы вытекают из самого названия. Это сложная композиция, сложная эмоционально, потому что она называется Destiny the Throne, неспровергнутая судьба. Есть много философских споров на тему того, обусловлена наша жизнь чем-то или нет, есть у нас право выбора или по секундам все отмерено, наше будущее известно. У кого-то тема судьбы тесно переплетена с вопросами веры. Вот сейчас прозвучит композиция «Неспровергнутая судьба» Destiny the Throne. We'll be right back.
Если вам показалось, что в каком-то месте кто-то из музыкантов ошибся, это не так. Это такая музыка, мы так ее задумали. Для следующей композиции мне нужно немножко перестроить гитару, поэтому мы возьмем несколько секунд паузы. Сейчас мы сыграем тот материал, который вышел на новом альбоме. После концерта, если кому-то интересно, можно этот альбом приобрести, он находится вот здесь на столе, сам призвал. Сейчас прозвучит композиция «Gorgeous Kid», потом последует соло Ивана на фортепиано, который называется «The Unfading Sun», и потом это перейдет в нашу композицию «Mother of All Rain».
закончим наше выступление композицией, заглавной композицией на новом диске. Она называется Patience of Hope. Thank you.
Для вас выступали Владислав Коротких на духовых инструментах, Владимир Семенов-Теншанский, Владимир Ливонович на гитаре и на бас-гитаре, на барабанах Филипп Семенов, на басу Руслан Кириллов, на клавишах и автор большинства композиций Иван Размаинский. Спасибо вам. У нас в коллективе один преподаватель экономики, один кузнец, один художник, один профессиональный боец и тренер по тайскому боксу и один психиатр. Есть еще один охранник банка. Так мы живем. Приходите на наши концерты, приобретайте наш альбом. Завтра мы играем, как сказал Сергей Болтов, вместе с очаровательной командой Inner Drive в клубе «Кактус Киев». Спасибо большое, что вы были сегодня с нами.